Благотворительный марафон длится уже 4 года, а это значит, что все это время активисты молодежного парламента в дороге. На пути к тому, чтобы сделать чью-то жизнь лучше. На этот раз несколько мешков теплых вещей, в том числе верхней одежды и обуви, для малообеспеченных семей и ребят из детского дома-интерната отправляются в Макшан. Акция действует во многом благодаря тому, что в каждом районе удалось создать свой молодежный совет. Именно там мониторят ситуацию и доводят помощь до каждого, кому она необходима. Я являюсь волонтером уже на протяжении более 3 лет. Волонтером я стала по собственному желанию, потому что мне безумно нравится помогать людям. Мне об этом рассказали знакомые, также я об этом узнала в интернете. И я ходила очень давно в библиотеку, я люблю читать, и здесь мне рассказали про волонтерство. Дарья стала волонтером в 14 лет. Вообще же в Макшанском молодежном парламенте 27 человек. Поддержка пожилых людей – одно из главных направлений работы активистов. Идет какая-то сплоченность жителей на селе, потому что бабушки сейчас много у нас, особенно пожилых людей, остаются одни, детки уезжают в города, работают, и они вот здесь вот остаются как-то без помощи. И вот наши ребята-волонтеры берут как бы опеку над ними и помогают. В рамках благотворительного марафона команда молодежного парламента также организует для своих подопечных праздники.